Мої вітання всім, хто в ці хвилини дивиться чи навіть слухає Радіо НВ. Мене звати Власта Лазар, я журналіст Радіо Свобода, але найближчу годину проведу разом з вами на хвилях НВ. Ну і ми традиційно будемо говорити про все, що відбувається в Україні і світі на тлі війни. Є на зв'язку вже перший гість Ігаль Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик. Доброго ранку. Доброго утра вам. Ви знаєте, минулий весь тиждень пройшов під знаменами Антонівський міст. Дуже багато було звідти новин. Це міст в Херсоні, куди дуже часто цього тижня влучала, я так розумію, українська армія. І в мене до вас таке просте питання. А яке значення ця переправа має для української армії, для російської армії? І що його знищення дає Збройним силам України, якщо вони його все-таки знищать? У нас цим утром хороша новина ще одна була. У Антоновського моста появився мост побратим, мост через Інгулес, вот, которому теж хтось, ну, офіційно поки не взяли на себе відповідальність, хтось наніс удари точечні. Вот, мост этот меньше, скромнее, значит, и слабее, его еще проще уничтожить. Вот. Теперь в чем важность уничтожения? И огневой контроль мостов, Антоновский. И мост как раз через реку Ингулец, который связывает Новую Каховку с Херсоном, отрезает Херсон. Отрезает Херсон и блокирует фактически любые войска, какие бы у вас там ни были. Хоть у вас там 1000 человек, хоть у вас там 10 тысяч человек, хоть 50 тысяч человек. Они будут отрезаны. Вот. И вот эти непонятные прилеты, кто и что, зачем это делает, они делаются для того, чтобы эта группировка была отрезана. Ну, а когда она будет отрезана, дальше у них будет выбор или вариться в этом котле, или очередной акт доброй воли. Акт доброї волі вже, мабуть, не вийде, його ж треба реалізувати якось вийти, а якщо мости будуть відрізані... Договориться з українським командуванням, вот, і вийти. Звісно ж, хотілося б взяти пленних, тому що це обмінний фонд, але Україна освобождає свої землі, потрібно старатися, щоб було мінімальне розрушення, і, звісно, в Херсоні наші граждані і між вибором воевать за Херсон, где могут погибнуть, в том числе, наши граждане, или выпустить все там войска как акт доброй воли и так далее, вот, что они покидают Херсон. Естественно, лучше сохранить жизни своих бойцов и своих граждан, конечно же. Якраз буквально напередодні глава британської зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур заявив, що наступні декілька тижнів Росії все важче буде відправляти на фронт бійців і з озброєння так само, і з його точки зору відкривається якраз вікно для контрнаступу. Смотрите, контрнаступлення не буде, як постійно на ньому говорять, що от воно почнеться різко. Ви утром проснетесь, а везде большими буквами написано «контрнаступление». Этого не будет, потому что оно уже идет. Вот сейчас мы с вами разговариваем, сейчас идет контрнаступление. На юге освобождено 44 населенных пункта, это официально. Враг был под Николаевым буквально позавчера еще. Прямо под Николаевым, то есть там бои были за аэропорт в Николаеве. Обходил, кстати, этот город, шел на север. Контрнаступление идет. То есть вы, просыпаясь утром, увидите не вывеску «контрнаступление началось», а увидите новость о том, что еще один населенный пункт, еще два населенных пункта и так далее освобождены в СУ. Ну, как мы видим, там, про Николаевку и так далее, периодически, когда появлялись новости, ну, в последнее время, последние недели. Сейчас мы видим вот эту вот работу по мостам Антоновским и сейчас через Ингулец реку. Вот, что это означает? Это как раз и есть, это часть всего процесса контрнаступления. Так что контрнаступление идет, развивается, и это очень хорошо. Я от тоді не розумію, звідки беруться от інші новини. Наприклад, буквально напередодні видання Foreign Policy написало, що Захід, посилаючись там на співрозмовників в країнах Заходу, західні чиновники очікують, що на початку 2023 року Росія найімовірніше почне новий масштабний наступ, спробуючи захопити Одесу. Якщо такі процеси, які ви описуєте, відбуваються на півдні, як вони можуть готувати наступ на Одесу? Ну, вони можуть що угодно готувати. Тобто готувати значить реалізувати.
Просто нужно не забывать, что угроза Одессе не ушла никуда, она есть. Ну, просто она минимальна. Ну, она есть. Как же, кстати, это как наступление на Киев? То есть оно минимально. То есть сейчас то, что они снова двинутся на Киев, это очень малые шансы, но они есть. Так же, как и включение Беларуси в войну тоже. Вот, прямо завтра нет каких-то вот вероятности точной такой. Но те или иные шансы, и то, что вероятность это изменится в ближайшем будущем или не ближайшем, там, через месяц, два-три, тоже есть. Поэтому, когда такие вещи говорят, говорят о желаниях. Там же, ну, если посмотрим даже там, заявление какого-нибудь Лаврова, он же говорит, что там наша география не поменялась. То есть теперь не только так называемый ДНР, ЛНР, мы там двинемся дальше и так далее. Но нужно разделять просто вот и дипломатические, и политические, и вот эти все заявления, и какие-то там, ну, инсайды, не инсайды, и вот СМИ, и то, что конкретно делают военные на местах. То есть, ну, например, я, когда занимаюсь обработкой и агрегацией информации, я четко разделяю все, что политическое, дипломатическое, журналистское и так далее, и отдельно военное. Вот, абсолютно разделяют, то есть никак не связывая их друг с другом. Потому что там могут сказать, все, завтра Киеву приготовиться. А это дипломатически. А на военное смотрим, ну вот мост Ингулец весь в дырках, через реку Ингулец, Антоновский тоже, и тут как бы... У меня есть информаторы на местах, и там на оккупированной территории, они рассказывают, что там русские солдаты, во-первых, снабжение вообще никакое, и очень злые, и очень грустные. Вот. Ну, злые, что это там бросают фактически. Ну, и очень грустные, потому что каждую ночь ВСУ занимается работой по ним. Вот, постоянно каждую ночь прилеты, каждую ночь у них там есть убитые. Вот, и это очень сильно на них давит психологически. Ну, і скільки вони ще там зможуть протриматися, перш ніж не оголосять про акт доброї волі, як, наприклад, ви сказали? Ну, від командування залежить, захоче ли командування ставити їх в цьому котлі Херсонського варіться. Особенно, коли зима у нас буде, ну, к зимі, допустимо. Ну, представляєте таку ситуацію, що ВСУ повністю бере під контроль, вирубають мости, вирубають пути, бере під огневий контроль всі туди можливості вот, підходу. Да? У нас ще один є мост, ЖД-мост, через Днепр, ну, там может только поезд пройти. Но поезд — это как бы не иголка крохотная, которую не заметишь. То есть мост, поезд будет сразу увиден, и по нему можно нанести удар по тому поезду, по составу, если он будет с боекомплектом, ну и такими вещами. Вот. А дальше пусть они сами же решают, хотят они там эту группировку бросить на произвол судьбы, или вот мы увидим опять же, что их... бегство из Херсона. Сложно, конечно, представить, что они прямо из Херсона бегут, но было и сложно представить, что они из-под Киева бегут, я напомню. Але все-таки з Херсона ви кажете, що важко уявити, що вони біжать. Тобто все-таки будуть до останнього чекати наказ. Ми не побачимо, що масово без наказу будуть здаватися в полон. Ну нет, если группировка окружена и командование там на тактическом уровне развалено, солдаты деморализованы, не могут сдаваться в плен. То есть я не отрицаю вообще никаких сценариев. Не отрицаю сценария и сдачи в плен массовых, я не отрицаю сценария и боев, что будут драться. Я не отрицаю сценария, что Россия пытается эту группировку вывести, чтобы ее сохранить. То есть я рассматриваю все сценарии. Но так или иначе, все эти сценарии, они сценарии там, где ну, Украина диктует свои условия. То есть это все сценарии при контрнаступлении. То есть обратите внимание, тут нет сценария, что они смогли как-то там починить эти мосты сразу быстро, сбить все там хаймерсы, снаряды, ракеты украинские, вот, и сейчас двинуться победоносным маршем на Николаев. Таких сценариев я не рассматриваю. Вот. Но вот сценарии, которые так или иначе приводят к деоккупации Херсона, они реальные, и они, скорее всего, и будут в ближайшее время. Ну, ближайшие месяцы имеется в виду. Вчора була дуже гучна новина про те, що нібито в Європолі заявили, що побоюються через можливу контрабанду західної зброї з України. Це вже не перша подібна новина. Українська сторона в особі секретаря РНБО Олексія Данілова говорить, що такі наративи поширюють в Кремлі і в Європі там, мовляв, підхоплюють. У мене до вас дуже таке просте питання. Чи теоретично можлива контрабанда...
важкого озброєння, ну це не просто гвинтівка. Чи теоретично можливо це? І чи теоретично можливо, що, наприклад, якщо це розповсюджує Росія, що справді за якихось умов російська армія, російські сили захопили важке озброєння, яке Україна отримала від Заходу, і потім воно десь там виплило в країнах Заходу? Смотрите, вообще на войне, особенно такому штабу, возможно вообще все, как бы, вот, то есть у вас, ну, это очевидно. Но Данилов очень правильно сказал, вот, ну, экстраординарные обвинения требуют экстраординарных доказательств, то есть, ну, докажите. Ну, я тоже могу много чего сказать, заявить, инсайды в крупные СМИ, вот, там, этот сказал то, этот продал это, этот перебежал туда, ну, так покажите фотографии там черного рынка, где на этом черном рынке Хаймарсы там на складе, вот, находятся, или какие-нибудь, не знаю, там, хотя бы М777, как бы, да, гаубицы. Теперь, конечно же, если Россия захватит какое-нибудь из этих вооружений, особенно если штучно, или две штуки, но помимо распила, имеется в виду инженер, вот это все разобрать, технологии какие-то выудить. Можно провернуть потом, они же любят мультики снимать, можно провернуть потом какой-нибудь такой сценарий, что вот смотрите, это оружие на черном рынке где-то там, ну, снять. Они же там сейчас в Беларуси макеты Хаймерсов делают и набирают актеров, чтобы снимать мультики, как они Хаймерсы уничтожают. То есть они не могут их уничтожить в реале. Они сейчас будут снимать, они прямо объявление о наборе актеров запостили. Вот, они будут снимать у себя там вот фильмы. Ну, то же самое будут снять фильмы про то, как там, смотрите, вот Хаймерс продают какие-то пираты где-то сомалийские, вот, для того, чтобы куда-нибудь. Вот. Поэтому нужны доказательства, да, и там Интерпол или кто-то, вот, хорошо, докажите. Ну, зачем такие громогласные заявления делать без пруфов, как говорится, да, в интернете. И еще такой момент, надо не забывать, что в Европе работает очень много российской агентуры, агентов влияния, адвокатов российских и так далее, вот, в том числе в многих структурах, и они могут тонко, аккуратно манипулировать это все, то есть там может быть такое быть, что мы за Украину, мы за передачу оружия, но, смотрите, оружие это попадает в хорошие руки там, и так далее. Ну, короче, Данилов очень четко ответил, он, по-моему, да? Доказательства. Пока нет доказательств, это никакого значения вообще не имеет, все эти заявления. Вчора також новина позитивна для української сторони прийшла від Сполучених Штатів. США виділили пакет допомоги на 270 мільйонів доларів, і він буде включати ще 4 системи «Хаймерс». Але разом з тим є також новина про те, що в США утримуються від передачі України бойових безпілотників великого радіусу. А чому утримуються? У вас є версії? Ну, смотрите, все виды вооружений, которые вот так или иначе поступают, они поступают планово. Но сейчас заговорили уже не только о беспилотниках, заговорили сейчас о авиации. Ну, это на будущее, обновление, кстати. Да. Вот, об этом заявляли какие там военные, это и Криспи, и Кирби, точнее, господи боже, Кирби заявлял и многие другие. Вот, поэтому это связано с возможностью ВСУ реализовывать эти системы, операторы в первую очередь. Потому что как эти поставки происходят? Не происходит не так, что вот у нас есть там тысяча чего-то, давайте просто дадим. Это напрямую работает с Генштабом Украины, с ВСУ. Они говорят, мы можем вам передать это и это. Нужно подготовить вот эту инфраструктуру такую, операторов таких и такое. Теперь Украина, ну, ВСУ, воюет в очень сложной войне. Каждый человек на вес золота. Очень многие наши кадровые регулярные части, они в боях. Очень сложно проводить ротацию. Это не секрет, что ну, ротация происходит на фронте, но очень со скрипом. И не всегда идеально, как хотелось бы и так далее. Вот. И ВСУ смотрит, если сейчас у нее компетентные кадры, допустим, вот для там, обучения и так далее. Вот. И сколько? Вот. Есть у них кадры для, там, для первых 10 хаймарсов или для 50 хаймарсов? Если у них кадры там, для каких-нибудь дронов или ударных, или камикадзе, или у них там нет. Хотят они, допустим, послать какие-нибудь части ГУР, СБУ вот, и так далее вот, для обучения, какие-нибудь ну, спецназ, это все, вот, спецура всевозможные. А они все сейчас там, в боях под Харьковом, например, вот.
поголовно, вот, ну, что какие-то очень такие жесткие бои, потому что Россия перешла, допустим, какое-нибудь наступление очередное, и некого просто послать. Вот. То есть вот такие факторы могут быть, они не учитываются, их в СМИ не рассматривают, это очень весомые, как бы, все-таки факторы. Что вы отрываете не просто каких-нибудь там ополченцев, ТРОшников, которые вчера, да, их призвали, а профессиональных военных, кадровых военных, отрываете их практически плоть от плоти, как бы вот от армии, от фронта, отправляете их на Запад учиться, там, вот, всякие такие вещи. Так как и с летчиками, вот, а дальше из проблем, которые говорят про реализацию боевой авиации, ну, летчики, которые будут проходить обучение, а вот сейчас говорят, что уже 100 тысяч долларов выделили на это обучение, на западные самолеты, но это говорит о том, что эти летчики долго, то есть месяцы, год, годы, не будут боевыми летчиками в небе Украины. Они будут в США. Для Украины это огромная роскошь. Вот. Ну, понятно, что авиацию нужно обновлять, и ударные дроны должны быть, и так далее. Вот. Но это сложные очень вопросы, которые генштабу приходится решать. Кадровые вопросы. Я просто, дозвольте, на хвилиночку зупинюсь на цих безпілотниках MQ-1S, якщо я правильно вимовляю, тому що Україна їх попросила ще два місяці тому, і навіть з'явилося повідомлення, колись давно було повідомлення, що нібито у Вашингтоні ось-ось і погодять, але от ми бачимо, не погодили. І от там справді медіа писали, що те, про те, що, мовляв, з одного боку Білий Дім побоюється, що є необхідність навчати українців, те, що ви сказали, але були інші побоювання. Мовляв, у Вашингтоні боялися, що будуть втрачені технології. Ну, це, мабуть, уже питання довіри. Прокоментуйте. І можна розповісти, що це за безпілотники? Тому що мені доводилося чути, що це, ну, це там на 10 голів вище тих самих байрактарів. Звісно, MQ-1S або Grey Eagle, як він ще називається, це безпілотник, ударний безпілотник, він найкращий в своєму класі. Він не сравнім з Байрактаром, звісно, що він багато тяжелее, може нести намного більш тяжеле оружие і так далі. Да, фактор страха потери технології большой, він управляється зі спутника. Вот. Кстати, у цих безпілотників американських, не тільки, кстати, у Grey Eagle, можна обратить внимание, горб. Такой у него нос горбатый, потому что там стоит антенна, которая направлена в небо, в космос, и спутником шлет управление. Скажем, у Байрактара нет этого горба, у него такой вот он, как клюв, гладенький нос, потому что он с Земли управляется, есть станция управления у Байрактара. А у Grey Eagle, вот MQ, у него как раз из спутника. Это говорит о том, что очень сложно его, ну, с ним как-то воздействовать и так далее. Вот, у вас нет наземных радиосигналов, которые поступают. Вот. Теперь, да, потеря технологии. Да, неважно, сколько вы доверяете, не доверяете, просто любое оружие, оно можно его уничтожить, сбить, захватить. Даже, кстати, хаймарсы тяжело очень, но ничего на войне не бывает 100%, что это нельзя. Хаймарс очень тяжело уничтожить или захватить, но это возможно. Как, так же, как и Grey Eagle, MQ, да, вы можете его сбить. Это объект летающий. Если вы его собьете, он вполне может упасть на территорию врага. Если такой объект попадет в руки русских, это огромное подспорье им в плане технологий, там, возможностей и так далее. Я просто напомню, кстати, что очень многие советские вот разработки происходили после того, как попадали в руки трофеи американские. Ну, например, одна из удачных ракет «Воздух-воздух» советских была фактически копией ракеты американской Sidewinder, которая попала в руки сначала китайцам, и китайцы передали ее в Советский Союз. То же самое тут может быть. У вас будет там потерянный этот Grey Eagle один, а через 5 лет мы увидим в России что-то похожее там, у них летать. Зрозуміла. Ну, Шкода, я добавлю тут, но я не отрицаю в будущем, опять же, и передачу и таких вот систем и технологий. Просто ну, это требует, они хотят смотреть, как это все реализовывается на поле боя, как Украина это все, вот, все это оружие, как оно его использует и так далее. Вот. Поэтому чем больше оружия, оружия поступает, тем больше его реализовывают, тем больше сложного оружия есть, тем больше это повышает дальше ставки, что будут передавать и все более сложные и сложные системы. Ну, от судя по тому, що судячи з того, що вчора оголосили про передачу ще 4 реактивних систем хаймерсів, і їх вже буде 20, то можна зробити висновки, що в США задоволені, як українська армія використовує хаймерси.
Они в этом заявляли открыто, то есть это не какие-то там инсайды, они об этом официальные лица, они один раз говорили, что они довольны. Ну, это так. Ну, у нас уничтожены десятки складов, у нас уничтожено 80 офицеров, старших, высших, там, всяких майоров, полковников и так далее, из командных пунктов. Удары наносятся по командным пунктам. Вот. Это очень важно, потому что у них огромная проблема с командирами. И, кстати, одна из причин, почему Путин не объявляет мобилизации, потому что нет командиров. Если вы призвали сотни тысяч людей, вам нужны командиры. Их нет в России. У них большие проблемы с командирами в регулярных частях, сейчас в частях. Вот. У них просто их нет, таких командиров. Вот. Грамотных, компетентных. И когда хаймарсы минусуют вот так вот десятками старших офицеров, это большой удар. Это настоящий, серьезный, ощутимый удар. Ну, не менее ощутимый, чем уничтожение складов с боекомплектом. Да, хаймарсов уже Украины больше 10. Я уверен, а завтра будет больше 20. Ну, тут самое главное, я всегда это повторял и повторю еще раз, это сколько не сами «Хаймерсы», а ракеты к ним, «Джимл-РС». Вот. То есть там, если мне предложат 1000 «Джимл-РС» или еще 10 «Хаймерсов», я выберу еще 1000 «Джимл-РС», конечно же, вот, если мне будут предлагать что-то одно. Потому что «Хаймерс» — это носитель всего лишь. Вот, а главное — ракеты к нему. А, тем более они очень быстро перезаряжаются. Вот. Поэтому, ну, понятно, дело, что их не пустыми передают, то есть «Хаймерсы» идут с «МЛРСами» и так далее. Это очень хорошо, это позволяет наращивать огневую мощь ВСУ и увеличивает эту огневую мощь не просто там количественно или так далее, или качественно, а фактически, ну, длинная рука Украины. Если для этого длинная рука, это были только точки У, все-таки система старая, система не такая точная, ну, мягко говоря. Система, которая, ну, там, после того, как точка У отстрелялась, ее ты не можешь сразу за пару минут перезарядить и опять, чтобы она могла выстрелить. Вот, то есть это вчерашний как бы день, а «Хаймерс» — это сегодняшний день, если не завтрашний вообще. Потому что действительно такое вот оружие очень, очень серьезное. Ви згадали, що Росія втрачає офіцерів. Я просто нагадаю, що буквально недавно BBC і Медіазона робили спільне розслідування. Вони підтвердили там загибель 5000 російських солдатів. Ну, це винятково з відкритих джерел, тобто це не якісь там інсайди. І серед них було понад 850 офіцерів, 10 полковників. Ви вважаєте, що це великі втрати, так? Ну, просто вони критичні, я так поставлю питання. Вони критичні? Критично сказать сложно, потому что мы не знаем, где точки надлома у них на самом деле. Вот. Но то, что это серьезные потери, да, это серьезные потери. Потому что, опять же, командирский корпус, с ним все плохо в России. Командиров нет прямо так, чтобы ими можно было разбазариваться. Вот. Ну и опять же, командиры — это очень важно. Почему? Чтобы они могли готовить других командиров и для того, чтобы они могли возглавить отмобилизованные части. Потому что Украина, вот у нас пятый месяц, да, заканчивается, сейчас шестой начнется, ну полгода скоро будет. И Украина находится в состоянии войны на изматывание. Россия специально ведет войну на изматывание. В войне на изматывание вам важны не только качественные показатели, а очень часто количественные показатели. Вам нужно, сколько у вас всего есть, снарядов, продуктов, горючего и командиров. Командир — это ресурс, потому что командиры выбывают. Если солдат, вы можете его призвать с огромной там территории, там у вас 100 миллионов населения или 140 миллионов населения, или 40 миллионов, неважно. Его вы призываете. Если солдат не хочет призываться, призывать его силой, есть репрессивный аппарат для этого, вы можете солдата, ну, подготовить за месяц, за 3 месяца, за 4 месяца. То есть с командиром так не работает. Вы не можете командира просто так вот призвать, и у вас есть командир. Вы должны его долго учить. Командира учат. Это как бы есть процесс целой школы, и, ну, процедуры, как это делается. Более того, когда командира научили, он не сразу стал великим полководцем, он должен проходить как бы вот, ну, практику какую-то с младше со старшими командирами. Просто я сам был офицером в израильской армии, и, ну, почему был, и являюсь до сих пор, я в резерве. Вот, и я 5 лет служил, и я просто проходил, вот я был сержантом, был младшим лейтенантом. У меня всегда были наставники, старшие офицеры, то есть я хорошо знаю, как работает, допустим, корпус командирский в Израиле, что это такая отлаженная система. И насколько она критична, насколько в ней есть эти вот слабые там звенья, точки, когда там где-то лейтенантов не хватает, ну, младших, там где-то капитанов не хватает, где-то майоров и так далее. Вот. А в России у нас нет, у них нет сержантского корпуса.
Вот. Это не офицерский командный вот состав, который занимается логистикой, занимается дисциплиной, занимается ну, солдатами сами. Вот. У них очень все плохо с количеством ну, обычного состава. Ну, потому что они не планировали воевать долго, они не планировали затяжной войны. Они хотели быстро наскоком. Да, вот. Да, они хотели наскоком быстро вот, захватить Киев, так же, как они Херсон захватили. Вот, там, вот, быстро все войти, сразу все вот это вот занять и так далее. Ігаль Левін, цар армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик був на Радіо НВ. Дякую вам дуже. Надалі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.